старалась впереди вот этой группы зайти, да, поэтому какие-то моменты я упустила. Сейчас я потихонечку попытаюсь наверстать, и потом мы с вами, когда будем собираться уже вне стен музея, я вам что-то, какие-то комментарии внесу. Я сразу могу сказать, что город, который внизу вы видите, это при раскопках он был обнаружен. Здесь всегда знали, что здесь был город Римской и Византийской эпохи. То есть город, который датируется, построен как минимум второй век до нашей эры и уже, соответственно, до 4 века нашей эры. Поэтому мы с вами внизу, здесь стеклянный пол везде, будем видеть руины вот именно этого периода города Афин. Что же касается здесь макетов, то здесь можно фотографировать, но не направлять объективы в сторону, безусловно, экспонатов. Где можно снимать, где нельзя, я буду говорить. То есть там уже снимать нельзя. То, что мы здесь с вами видим, это своеобразные такие макеты, которые нам с вами рассказывают о том, как развивался Акропольский холл, перед тем, как на нем было построено то, что мы сейчас с вами называем вот этим Золотым веком, то есть Парфенон или Парфенон. 12 век до нашей эры Акрополь себя представлял то место, где люди микенские жили. И вот по всему периметру был окружен Акрополь скала специальной вот этой стеной, которая была построена по образцу циклопических стен Микена-Тиринфа, она называлась по имени легендарного народа, который когда-то населял Аттику. Пеласков. Эта стела называется Пелас-Гекон. То есть люди микенской эпохи, они на Акрополе жили. Что у нас с вами происходит в следующем году? Это уже что называется, военное состояние. Это вид Акрополя перед тем, как сюда врываются персы. Что мы с вами видим? Во-первых, был построен самый первый и древний храм античности, старый храм Афина. Вот на его впоследствии месте будет построен Эрехтеион. На месте ворот Микенского периода были заложены те самые пропилеи, которые мы с вами видели. И вот там, где впоследствии будет стоять Парфенон, здесь закладывается площадка, расчищается площадка для строительства нового храма Афины. На этом же месте будет построен Парфенон. Но этот храм никогда не будет построен. То есть площадка для него будет подготовлена, работы частично будут начаты, но начинается война с персами. Персы врываются сюда на Акрополь и разрушают здесь абсолютно все. Поэтому здесь храм, он несколько отличается от того храма Парфенона, который мы с вами видели. Ну, во-первых, в Парфеноне 8 колонн и 17 колонн по северному и южному, и по восточному и западу. Здесь, конечно, гораздо их меньше. Далее, что у нас с вами происходит с Акрополем после войны с персами? А это вид Акрополя, период наивысшего расцвета Афинского государства. То есть уже стоит Парфенон, уже есть Эрехтеион, Пропилея, вот тот самый храм Никеоптерс. И здесь же, к концу 5-го, начале 4 века, возникает первый театр мира, театр Диониса. Но в 4 веке здесь были установлены вместо деревянных сидений, была установлена каменная скена. Помним, что это такое было, здесь ее пока еще нет. И были достроены другие сегменты этого театра. То есть были построены еще и каменные сидения. Вот это очень интересная площадка, она была необходима и актуальна, потому что театр был под открытым небом. И если вдруг был ветер, ливень и дождь, то публика вся перебиралась вот в эту своеобразную галерею, чтобы переждать непогоду, а потом, естественно, возвращалась снова на театральную площадку. Это Акропольский холл периода уже римского владычества, то есть 2-3 век нашей эры. Вот тот самый театр Диониса, тот классическую форму, которую он приобретает. Плюс театр Герода Аттического, крытый театр. Плюс, конечно, Рим здесь достраивает, встраивает некие храмы римского периода, но при этом сохраняя и Пропилей, и Парфенон, и Эрехтеион, и храм Никеоптерс. Также дальше что мы с вами видим? Многочисленными постройками на Акрополе и вокруг Акрополя, то есть театр Герода Аттики, театр Диониса. Здесь мы с вами видим тот самый храм Гефеста, который мы видели с высоты как Ареопага, такая Акропольская скала. Древнегреческая агора, центр общественных торговли. Древняя уже римская агора, то есть это центр торговли в римскую эпоху. Здесь же холм Пникс, место народных собраний. Холм Филопап уже с надгробным памятником. Здесь мы видим с вами законченную постройку храма Зевса Олимпийского, 8 веков, который строился. Дальше мы видим вписанный в холм Арнет, вписанный стадион Калимарма. Ровно впоследствии, через несколько сотен лет, будет здесь же построен, безусловно, новый стадион, который занавели Олимпийские игры. Но что с нами, у нас с вами с Акрополем происходит в период уже, ну скажем так, 16-15 веков нашей эры? Акрополь на самом деле становится турецкой крепостью и венецианской крепостью. Мы с вами сейчас видим полуразрушенный театр Герода Аттики, практически отсутствует театр Диониса. При этом уже много построек византийской эпохи, преимущественно это, конечно, православные храмы.
Здесь Парфенон превращен в храм Святой Софии, то есть Святой Мудрости Божией. Турки еще его превращают и в мечеть. То есть какая история? Античный храм, мечеть, храм Святой Софии, а венецианцы еще превращают его, собственно говоря, в полукрепость. Здесь когда-то турки разместили казармы и пороховой склад. И вот одного ядра как раз достаточно оказалось, чтобы взорвать всю центральную часть здания и ее уничтожить. Поэтому, к сожалению, очень плохо сохранилась практически вся центральная часть, и часть колоннады по северной стороне была разрушена. Эрехтеон превращается во времена Османского ига в гарем турецкого султана. Пропилея, по сути дела, нет. Это большая такая венецианско-турецкая крепость. И, конечно, здесь стоит и храм Никеоптерос. Я могу сказать, что храм впоследствии будет разобран полностью, потому что турки здесь разместят батарею. Ну, то есть, собственно говоря, пушки поставят. Поэтому, к сожалению, потом на протяжении 10 лет, и мы сейчас с вами видим законченную работу храма богини Никеоптерос, но он 10 лет его восстанавливали. Его собирали, пересобирали, пытались найти то место, которое занимал тот или иной вот блок. То есть, опять-таки, пазл, который собирали 10 лет. Мы сейчас с вами проходим уже на территорию музея, там фотографировать, снимать запрещено, там, где разрешено, я вам буду еще говорить. И у нас с вами билетики. У нас с вами такое повезло, поскольку наша группа сломали, нам распечатали с вами личные каждый билет. Хочу вам здесь показать. Ну, во-первых, это восточный фронтон Парфенона. То, что вы здесь видите, это сюжет, который нам всем рассказывает о рождении богини Афины из головы Зевса. Вот смотрите, кого мы с вами видим здесь. Ну, во-первых, в центре это, конечно, Зевс, громовержец, который в удивлении совершенно наблюдает за этим процессом, как из его головы только что появилась богиня Афина. Вот наша с вами богиня Афина. Чуть дальше мы с вами видим в таком же, в принципе, Гефест, совершенно верно. Дальше мы видим Посейдона, тоже изумлен. Дальше, конечно, мы видим Аполлона, Гермеса и вот ту самую богиню Луны Селену, которая уводит свою колесницу, естественно, с небосклона куда-то за горизонт. Что мы здесь с вами видим? Во-первых, конечно, Афина или Ника, венчающая богиню Афину таким своеобразным оливковым венком. Ровно так же, как и здесь, мы видим изображение богини Ники. Плюс Гера, которая в изумлении смотрит на все происходящее событие. Чуть дальше мы с вами видим богиню Афродиту, которая вполне понятно, почему снова рядом с Арисом располагается, потому что она изменяла своему Гефесту мужу, некрасивому, с богом неорганизованной войны Арисом, от связи с которым родился бог крылатый Эрос. Дальше мы с вами видим, конечно же, богиню плодородия Деметру и ее родную дочь Персефону. Плюс бог виноделия Диониса, который все события чуть не проспал. Но его вовремя, конечно, разбудил бог солнца Гелиос, управляя своей колесницей. Смотрите, как древние еще объясняли смену времен суток. То есть, когда на солнце у нас входит колесница солнца, значит, это Гелиос управляет своей крылатой колесницей. Как только у нас наступает ночь, значит, богиня Луны Селена вводит свою же колесницу лунную на небосклон. И также мы здесь с вами говорим о том, что почему все-таки Зевс, и для чего же Зевс родил Афину? Смотрите, Зевсу было предсказано, что тот бог, который родился у него от связи с богиней мудрости Метидой. Ключевое слово здесь мудрость, вернет его с олимпийского трона. Чтобы этого не произошло, он поглотил богиню мудрости. И тогда он понял, что он вообще сделал. Он лишил жизнь, и он лишил землю ума. У него-то, оказывается, до этого ума не было. Он его получил лишь только когда поглотил богиню мудрости. Он тогда осознал, что он натворил. Тогда он, наверное, подумал, что, наверное, надо родить и вернуть земле ту самую мудрость, вернуть земле ум. Он рождает богиню Афину. То есть перед этим, почему он вообще все это сделал, он плохо подумал вообще, что он делал. Посмотрите, он родил богиню Афину. Но настоящую мудрость богиню Метиду он оставил у себя в голове. То есть он на землю вернул, он вернул что к Афину, ну, подождем. То есть настоящую мудрость он оставил у себя. И в ответ на то, что он родил богиню мудрости, богиню покровительницу организованной войны, в отместку на это Гера рождает Ариса, чтобы установить вот это равновесие в олимпийском пантеоне. Арис у нас с вами был богом неорганизованной войны, так же как богиня Афина была богиней организованной войны, чтобы все было очень равномерно распределено.
сказать. Во-первых, вот это южная сторона Парфенона. И сюжет, который вы здесь видите, это борьба лапифов с кентаврами. Вообще, кто такие лапифы, кто такие кентавры? Во-первых, кентавр по мифологии ассоциировался с такой дикой силой природы, да, с дикой мужской силой. То есть это полумужчина, полумужина. Что же касается лапифов. Это был один наивный мужчина, который верится. И вот когда-то лапифы пригласили кентавров на торжество по случаю свадьбы их царицы. И кентавры, конечно, пришли на это торжество, выпили достаточное количество вина и захмелели. Количество вина в охмелу, они, безусловно, начали приставать к лапифянкам. Это не очень понравилось лапифам. И начинается у них между собой то самое сражение, где, во-первых, конечно, кентавры проиграют, потому что лапифы, в общем-то, их накажут. И то, что мы с вами видим, как раз это сюжет борьбы кентавров с лапифами. Но посмотрите, некоторые фрагменты на самом деле отсутствуют. На некоторых фрагментах мы с вами видим вот эти гипсовые слепки. На самом деле, все, что белого цвета, это все копии. Это были слепки, изготовленные в 1968 году в Британском музее. И были сюда привезены. Напротив Акрополя, рядышком, когда мы заходили, я имею в виду музей Акрополя, с левой стороны находится небольшое здание. Это здание Центра по исследованию Акрополя. Вот там они хранились до того, как был построен новый музей. Именно здесь они уже были выставлены, ну, в качестве экспонатов. То есть вот это гипсовые слепки, это все копии. Но посмотрите, как интересно. Мы с вами иногда можем не видеть, потому что не сохранилось ничего. Это было разрушено. Это нет ни в Британском музее, ни здесь. Но при этом прекрасно сохранились, например, вот эти черно-белые рисунки. Что это за рисунки? Рисунки эти называются рисунки в Каррера. Помните, когда фламандские художники были в свите маркиза де Нуатери, этого французского посла здесь, в Турции, то есть, да, Франция в Турции, поскольку у нас с вами Греция была под именем Османской империи, он добивается до художников, которые приходили в его свете, зайти на Акрополь и зарисовать рисунки, сделать рисунки фронтонов и фризов Парфенона. Они были сделаны за 13 лет до разрешения Парфенона. Поэтому, например, то, что мы не обнаруживаем сейчас, это полностью отсутствует. Здесь же сохранились небольшие фрагменты, это, конечно, подлинники. То есть все, что темного цвета, это истинный мрамор Парфенона, все, что светлого, как внешний, так и внутренний фриз, это все абсолютно, конечно же, копии. Также касается внутреннего фриза. Это тоже копии. Здесь юноши, мужчины, ведущие быков на заклад. И это, конечно, те самые панафинейские шествия. То есть все то, что было изваяно великим Фидием собственноручно. Конечно, это копия. Было очень богато все раскрашено, расписано, украшено было бронзовыми и золотыми какими-то деталями. И он запечатлел действительно реальных исторических людей. Люди, которые жили в ту эпоху. И это не просто была какая-то увеселительная процедура, это была целая церемония, это был очень серьезный процесс, который 4 года к которому готовились. И вот здесь юноши ведут на заклад быков. Видимо, быки уже чувствуют приближение вот этой смерти, поэтому они неохотно идут на, соответственно, Акропольскую скалу. Поэтому некоторые уходят в сторону, их приходится затаскивать, то есть применять какую-то силу, какой-то упор, соответственно, сделать. И это все 156 метров фриза, внутреннего фриза по всему периметру Парфенона. Это все рассказывает о панафинейских шествиях, то есть шествия в честь богини Афины. Что мы дальше видим? Нет. То есть то, что вы видите, безусловно, это, скажем так, истинный размер фронтона Парфенона. В данном случае мы с вами находимся у восточного фронтона. И это любопытно то, что мы можем с вами сидеть и говорить о том, как выглядели, например, скульптуры Диониса, Деметры, Персефоны, Артемиды. Но мы не можем с вами ничего говорить о центральных фигурах. Почему? Потому что центральные фигуры, вообще мы с вами не знаем, как они выглядели. Вот тот макет, в центре которого изображался Зевс, это наша с вами фантазия на тему рождения богини из головы Зевса. Потому что никто не знает, как определить скульптуру. Потому что когда Парфенон в конце 4 века превращает в храм Богородицы, при строительстве центральной апсиды были разрушены центральные фигуры восточного фронтона. Была разрушена фигура Афины, Зевса, Геры. И они не сохранились.
вот это все не сохранилось. Но когда художники фламандские пришли сюда, они, конечно, смогли сделать рисунки, вот эти черно-белые, рисунки того, что они увидели. А они увидели то, что они сейчас сломаются. Уже частично разрушены. Конечно, как же мы с вами по внешнему визу, это сюжет гигантомахии, война лепестков, а Бог гигантом задаст на цепи. Когда Бог перенес свою цепи, Дионис, Арис, Афина, Амфитрита, Посейдон, Венера, сам Зевс, просто абсолютно все олимпийские боги сражались за свою власть. Они отстаивали ту самую Гуали, не дав при этом гигантам, соответственно, стать во главе пантеона. Пойдемте дальше. Сюжет, который здесь находится, уже по северной стороне Парфенона, который, к сожалению, большая часть не сохранилась, потому что и колоннада была тоже разрушена, когда был взрыв здесь, в Парфеноне, когда тут было устроить прохолостную, медицинская пушка, вернее, ядро от этой пушки, ну, потому что его оказалось достаточно, чтобы все взорвать. Это, к сожалению, в Троянскую войну весь сюжет, рассказывающий о Троянской войне, мы с вами, к сожалению, не видим. Вот эти фрагменты нам все-таки дают понимание того, что как это могло быть. Плюс, что касается внутреннего фриза, мне очень нравится вот этот фрагмент, потому что нам с вами рассказывают о том, что было все очень порядочно, что каждый человек знал свое место. Смотрите, здесь юноши несут гидры серебряные, тоже вполне возможно с наполненными какими-то, ну, скажем, благовониями, маслами, которые принимали непосредственно участие в ритуале, использовав эти масла. И один юноша, он то ли споткнулся, то ли он устал, но его уже погоняет другой юноша, который идет сразу следом, который дует свирель. То есть ни минутки покоя. То есть действительно все не должно задерживаться, все строго подчинено определенному строю, определенному порядку. То есть надо идти быстрее, 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 не задерживаться. При этом он хоть и устал, возможно, споткнулся или что-то, но тут же уже погоняет совершенно другой человек. Мы сейчас с вами смотрим западный фронтон. Что-то еще говорю, я вас поцелую. Во-первых, то, что вы видите, конечно, на Акрополе. Во-первых, Акрополь ведь тоже имеет определенную форму, сама Акропольская скала. Если вы внимательно посмотрите, он не просто, знаете, как такой прямоугольник, который вписан в эту скалу, он напоминает по своей форме корабли, он напоминает главный корабль Греции, корабль, который называется Триера, это форма корабля, где был, конечно, Парфенон, на этом получается корабль, но корабль и его нос снова четко направлен на остров Саламин, то есть там, где было знаменитое решающее саламинское сражение. Так же, как на носу у корабля всегда было изображение богини Афины или богини Победы Ника, так же и здесь на носу вот такого своеобразного корабля мы с вами видим изображение снова храма уже богини Ника. То есть внешне он тоже должен был олицетворять победу греков над персами. То есть это же было все построено после победы греков над персами, когда здесь в Афинах хранилась казна Морского Союза, когда Афина получает колоссальные трофеи после победы над персами, когда Перикл, по сути дела, конфисковал вот эту казну, все это позволило построить новый ансамбль Акрополя. Помимо того, что вы сейчас здесь видите, сразу перед нашими глазами, это, конечно, вот это копии, а вот это копии. Это части барельефов и фрагментов сюжета, рассказывают о Троянской войне. Так вот, это в христианскую эпоху будет олицетворяться снова с ангелами-архангелами. То есть Зевс, сидящий на троне, к нему явилась
Ирида, вестница богов, та самая крылатая богиня, равно так же, как и Гере, явилась Гева, тоже вестница богов. И вот этот конкретный сюжет будет называться в христианстве не что иное, как Благовещение, Богородица, восседающая на троне, и архангел, который явился сообщить ей благую весть. Видите, поэтому это прекрасно сохранилось. Здесь мы с вами видим Запад от Антона Парфенона. И сюжет, который он рассказывает, это сюжет истории богини Афины с Посейдоном за вас работает. Я вам рассказывала, чем это все закончилось, Афина у нас с вами была. Вы видите, здесь тоже этот фронтон сильно разрушен. Когда турецко-венецианский войн в 16-17 веке венецианцы в очередной взяли Афинский холм, то трофеи венецианских греков по фамилии Маразина решил увезти центральные фигуры этого фронтона, фигура Посейдона и коней его подвиги. И он начал снимать этих коней и Посейдона, скульптуру рухнул весь западный фронтон и разбился. Поэтому здесь сохранились лишь только фрагменты. Большая часть, которая, к сожалению, ну, скажем, те белые элементы, которые были сохранены все в музее в Британии, в Лондоне, а то, что темного цвета, конечно, хранится здесь, в музее Акрополя. Плюс, сюжет, который я с вами рассказываю, потому что все боги или все те божества, которые имели непосредственное отношение к Афинам, они все присутствовали на момент этого спора. И обычно говорят, что здесь схематично были разделены две династии афинских правителей. То, что с одной стороны, это сразу за мной, это династия царя Кипропа, а это династия царя Арихтея, того, которого сразу богиня Афина хоть и породила, то есть она его воспитала, а убил его Зевс. Здесь же мы с вами видим Кипропа и его родную ту дочь Пандаросу, та, которая уцелела. А остальные две не послушались Афины и открыли люльку, в которой хранился Эрихтей, а было предсказано, что если Эрихтея в младенчестве кто-то увидит, тот сойдет сразу с ума. У него было три змеи, то есть такой вот был змеевидный, соответственно, царь первый Афин. И, конечно, вопрос, который в том степени вас возникал. Я вам говорила, что все находится в Британском музее, что этот музей строится благодаря знаменитой женщине, Греции, великой женщине. Когда-то была актриса, певица, я ее искусство вам обязательно покажу. Она находится рядышком с аркой, на которой мы будем с вами уезжать уже к нам в сторону дома. И, соответственно, имя этой женщины Мелина Меркурия. Она была возлюбленной Джо Дассена. Она была еще и министром культуры Греции. Именно она начинает политику за возвращение мрамора Парфенона. И вот благодаря ее таким стараниям, ее все-таки достаточно построен новый музей Акрополя, который мы с вами пользуемся. Он практически в 6 или 5 раз, но уж точно больше, чем старый музей, который сейчас расположен в закрытом реставрационном мастерстве, находится на Акропольской скале. Так вот вопрос, который вы невольно себе задаете. Будет ли возвращен когда-либо мрамор Парфенона? Вы знаете, вопрос это такой, что называется, палка о двух концах. Во-первых, если будет возвращен мрамор Парфенона, то будет создан прецедент, когда, в принципе, надо будет расформировать все музеи мира. Потому что все в той или иной степени, ну, каким-то таким не совсем легальным образом это приобрели. Хотя в данном случае Британский музей он приобрел совершенно легально и сломали. Он купил у лорда Элджина тот мрамор, на котором, в принципе, Элджин был вынужден все продать, он раздавился в перевозке. А с другой стороны, смотрите, если ты чего-то в этой жизни не ценишь, у тебя это забирает. Или только тогда понимаешь ценность утраченную. Греки это осознали, что в конце 70-х, 80-х годов, 20-го века. А потом, ты, когда знаешь историю Греции, ты понимаешь, что страна, европейское государство, начинает жить лишь только с 1574 года. До этого истории было, ну, некогда заниматься. Это были 2500 лет войны постоянно, в той или иной степени. Поэтому, конечно, это сейчас такая национальная идея – возвратить мрамор Парфенона. Но опять-таки, если внимательно проанализировать все, если бы не Британский музей, если бы не лорд Элджин, в каком состоянии дошло бы на нас все это? И дошло ли бы это вообще? Так что, видите, это очень тонкий вопрос. Когда здесь проводилось открытие музея в 2009 году, журналисты греческие подошли к английскому послу. До этого мы ничего не говорили. Хорошо, мы вам вернем рамор Парфенона.
где все это хранилось. Действительно, музей тот, он не вмещал никаких склепов, никаких копий вы там не встретите. Все это чудо развлечено. Греки сказали, что хорошо, мы быстро не были музей Акрополя. Его построили. Теперь задали один единственный вопрос, послу, когда? Ну, как настоящий дипломат, конечно, ответил, ну, если мы начнем все это транспортировать. И транспортировка все может разрушить и погибнуть. Поэтому будет ли возвращен мрамор в Вавилон или не будет, это вопрос времени. Но на наш взгляд он не будет возвращен. А с другой стороны, знаете, мы живем в Греции, в общем-то, ратуем за возвращение мрамора, так что мы поддерживаем эту идею, хотя при этом понимаем прекрасно, что такой не только эстетический, морально-нравственный вопрос, но это еще прежде всего политический вопрос. Что будет ли возвращен, Athena, she gave to the people of that city, she planted upon the Acropolis, upon the rock, the first olive tree. And then they started to grow up olive trees all over, around the Acropolis. She gave to the people. Статуи, которые живут среди людей. Миша, показывай, нельзя не снимать, не видео. Коричневый. Штыка парят. Что это такое? Третий ряд, да. Не сфоткать. Хорош. Давай, 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 давай. О, боже, теперь еще больше. Сфоткай. Ну вот мы с вами в полном составе, потихонечку сейчас будем выбираться уже из города. Вам удачно нам из Афин выехать. Без пробок, без всяких задержек, соответственно. Уже по мере приближения к Афинам, к Фермопилу, вот мы сейчас будем потихонечку выезжать из города. Конечно, во-первых, подъем был ранний. Экскурсия рано тоже у нас с вами началась. Будет возможность немножечко подремать, поспать. Но для тех, кто выспался, кто готов и есть силы, я, конечно же, через какое-то время включу фильм, который, на наш взгляд, он отражает те события, очень достаточно точно исторически передает те, которые происходили в знаменитом Фермопильском ущелье, впереди которого у нас с вами будет, безусловно, скоро остановка. Я, конечно, говорю о 300 спартанцах, о царе Леониде. И мы с вами видим, конечно, такой монументальный, собственно, современный монументальный комплекс. Ну, а фильм, который мы поставим, он не новый, он старый фильм. Старый, который был снят в 60-х годах 20 века. Конечно, фильм цветной. И, на наш взгляд, он гораздо точнее передает все то, что происходило в Фермопилах. Но новый фильм, он снят немножко так вот в стиле определенной такой вот компьютерной графики и так далее. Он, конечно, прекрасный тоже, но это слишком много вымысла. Конечно, на протяжении всего нашего с вами возвращения нам с вами возвращаться 550 километров до Салоник.
На самом деле, будет у нас сегодня долгий переезд. Предполагается, что это именно был один из этих 300 спартанцев. И вот мы с вами как раз сделаем эту остановку в современном уже месте. Хотя говорили, когда писали греческие историки, что от Фермопильского ущелья оно действительно было ущелье. Как Геродот писал, шириной оно было в одну повозку, а другой древнегреческий историк Фукидид, он писал о том, что шириной оно было 60 шагов. Ну, кому верить, неизвестно, но мы с вами действительно сейчас не увидим ничего от Фермопильского именно ущелья. Потому что все, что вы увидите с левой стороны, это все можно будет назвать Фермопилами. Здесь все это и произошло. Такой сильный поток воды. Вот сейчас это очень хорошо видно. Это радоновые источники. Они бьют сразу из скалы. Из горы вот бьют именно эти радоновые источники. Поэтому тот момент, когда Леонид опускал в некий горящий такой бурлящий источник табличку из смолы, ну, это имело место быть, возможно, потому что здесь действительно были вот те самые горячие источники, потом Фермопилы называются именно так. Во-первых, конечно, Греция занимает, возможно, не первое место в мире по производству оливкового масла, уступая первенству Италии и Испании, но то, что греческое масло по качеству является одним из лучших, я думаю, что в этом сомнений, в принципе, нет, и оно действительно занимает очень лидирующее такое положение. И греческое оливковое масло действительно очень хорошего качества. Здесь еще все многое делают по старинке. Значит, сохраняется вот такая более древняя рецептура с сохранением более таких натуральных, что называется, такого натурпродукта, да, без каких-то добавок и примесей. Конечно, оливковых деревьев здесь, в Греции, огромное количество. Все и все оливковые плантации – это частная собственность, ровно как и все сельское хозяйство. Это исключительно частная собственность. Государству здесь не принадлежит из земли, вот из такой аграрной, да, ничего. Государству принадлежат дороги, береговая полоса и национальные заповедники. Все остальное – частная собственность. Поэтому, конечно, здесь можно с какой-то определенной долей уверенности говорить, сколько деревьев произрастает. Потому что каждый владелец ту или иную плантацию точно знает, сколько деревьев у него растет. Но вот насчитывается их около 180 миллионов деревьев. Существует более 80 сортов оливковых деревьев. И оливковое дерево начинает давать урожай, начиная с 7-8 года своего роста. Дает урожай один раз в 2 года. Как правило, чтобы снимать урожай можно было ежегодно с плантацией, фермеры поступают достаточно логично. Они высаживают деревья, деля их на четные и нечетные ряды. Ну, скажем, в этом году плодоносятся четные ряды, в следующем году плодоносятся нечетные ряды. Таким образом, можно снимать урожай постоянно. То есть постоянно можно обрабатывать землю под этими деревьями, орошать ее. А это гарантия, конечно, хорошего урожая прежде всего. С оливкового дерева начинают снимать урожай примерно с конца сентября вплоть до декабря месяца, в зависимости от региона и от сорта. И плюс, неспелая оливка, она называется зеленая оливка, спелая оливка, она называется черная оливка. То слово маслины, к которому мы все с вами так хорошо привыкли и подразумеваем под этим словом, как правило, черную оливку,
и многие предполагают, что она подвергается какой-то такой обработке, что она, собственно говоря, чернеет. Да нет, дело все в том, что маслина – это название оливкового дерева на латинском языке. То есть маслина на оливковом, ой, на латинском, олива на греческом. Вот и вся между ними разница. Название одного дерева на двух разных языках. Черная оливка спелая, зеленая оливка неспелая. Так вот, в зависимости от сорта и снимают оливки, потому что какие-то лучше употреблять в еду, скажем так, в маринованном соленом виде, не спелыми, зелеными, а многие лучше употреблять, например, спелыми, то есть черными. Существует огромная рецептура по поводу как раз консервирования, маринования вот таких самых оливок. Но она делится на две такие как бы группы. Потому что вот многие из вас уже попробовали оливки. Они очень горькие. А вообще существует очень интересное такое предание, что никогда не снимали урожай с оливок до конца. По сегодняшний день до конца урожай не снимают, что-то оставляют. Объясняют это тем, что если пойдет путник и через эту оливковую плантацию, и он будет голодным, он всегда может подойти к дереву и утолить вот эту жажду голода. Вы знаете, когда один из самых первых приездов в страну, я, собственно говоря, услышала эту историю. Я не была голодна, но мне захотелось тоже, как и любому человеку, абсолютно попробовать оливки. И я чуть-чуть надкусила. Она, конечно, очень горькая. Горечь достаточно долго стояла во рту. И потом я поняла, что, в принципе, для того, чтобы убрать вот эту горечь, оливки некоторые вымачивают в соленой воде, а раньше это была еще и морская вода, постоянно меняя воду на протяжении 30 дней. То есть 20-30 дней – это как минимум. Постоянно меняет для того, чтобы вытянуть вот эту вот горечь и эту небольшую такую вязкость, которая может быть вода. А другие оливки, их пересыпают солью. То есть не вымачивают в воде, а вот именно так же в течение 30 дней пересыпают солью, постоянно соль меняют. Для чего? Для того, чтобы опять-таки вытянуть эту горечь. И вот такие оливки, пересыпанные солью, они будут иметь внешний вид, как будто бы вяленых, будто бы таких, ну вот, сморщенных. На самом деле они просто пересыпанную солью. У вас, например, я считаю, что у вас уникальная возможность, в отличие от других, завтра, быть в Салониках, пойти на Салоникский базар и купить настоящих нормальных оливок на базаре, где покупают все греческое население. Конечно, это замечательно, консервированные оливки, в пакетах, в вакуумной упаковке, но лучше покупать оливки напрямую, прям у, что называется, производителя. Их так всегда упаковывают или в пакеты, или в какие-то такие пластиковые коробочки, или в пластиковые бочонки. И они прекрасно, на самом деле, сохраняются. То есть проблем не будет, если вы сразу по приезду в отель положите это все в холодильник. Ну и потом, отлет, у вас тоже все это будет из холодильника, ничего с ними не будет, зато, скажем, неделю, когда вы будете здесь отдыхать. И за две недели ничего не случится, и за три недели ничего не случится. Но я не думаю, что, например, по приезду дома они у вас очень долго так будут лежать, скорее всего, вы очень быстро съедите. И оливки бывают абсолютно разные. Так вот, на базаре вы можете подобрать под свой вкус. Кто-то, например, захочет соленых горьковатых оливок, кто-то захочет вот таких вот своеобразных вяленых, кто-то захочет оливки гигантские, вот такие вот черные, оливки называются зларисы. Вы там сможете все это попробовать и подобрать под свой вкус. И возьмете, сколько вы считаете нужно, 300-400 грамм, а может быть 200, чтобы вам сделали какой-то такой вот ассорти. Я могу сказать, что, например, я, ну, когда по осени летела к родителям в Россию, я забежала, конечно, на рынок, и я просто набрала вот всякого-всякого-всякого-всякого, ну, там, я не знаю, на сколько, не знаю, на 10 евро я, по-моему, набрала килограмм, что ли, оливок. По-моему, килограмм. Но это было такое вот ассорти всего понемножку, но всего разного. И мы уже там, допустим, пробовали, нам говорили, что это не очень нам понравился вкус, вот этот больше интересный и так далее. Но вкус бывает все разный просто. Так что не упустите возможность, пройдитесь до Салоникского базара. Что касается оливкового масла. Вы знаете, конечно, оливкового масла здесь огромное количество. Оливковое масло начинают приготавливать из оливок такого промежуточного состояния, когда оливка уже не зеленая, но еще не черная. То есть такая зеленоватая, сиреневатая она будет. Но именно такая оливка считается, конечно, вот оптимальным
именно для производства такого оливкового масла. И, конечно, предпочтительнее все-таки употреблять в пищу то оливковое масло, которое называется первый холодный отжим или extra virgin oil. Что это такое за масло? Ну, это действительно в прямом смысле первый холодный отжим. На таком масле греки не жарят, не варят, не парят. Это совершенно бессмысленно и это слишком дорого. Такое масло нужно употреблять, что называется, в живом виде, в пищу. То есть добавляйте в салаты, добавляйте в уже приготовленные блюда или там за несколько минут до приготовки. То есть не подвергайте его такой термообработке. Оно не становится опасным при термообработке. Нет, конечно. Оно просто становится абсолютно бесполезным, потому что все полезные какие-то элементы, они улетучиваются. Конечно, оливковое масло одно из самых питательных. И вот греки говорят о том, что у них нет практически проблем с пищеварением. В принципе, вы знаете, наверное, это так оно и есть. Особенно старшее поколение каждое утро натощак выпивает по меньшей мере по чайной ложке оливкового масла для того, чтобы вся пищеварительная система работала, в общем-то, хорошо и нормально. И вы знаете, проблем действительно ведь нет вот у старшего поколения, потому что, опять-таки, в пище в той или иной степени но будет присутствовать оливковое масло. И как же разобраться тоже в таком большом ассортименте? Многие говорят, что есть масло с горчинкой, да, есть масло со стринкой, есть вот более такое традиционное какой-то вкус, который больше, вот, допустим, нравится или не нравится. Я вам, конечно, дам сейчас название торговых марок, которые вы можете уже, собственно говоря, смело покупать. И как найти, как понять, что это именно это масло будет первого холодного отжима? Все очень легко. Во-первых, то масло, которое будет стоить в районе 4,5 евро. Это не первый холодный отжим. Масло первого холодного отжима, оно не может стоить меньше, чем 5,5 евро за литр. Это вот априори. Все то, что будет меньше стоить, это значит масло, приготовленное из косточек оливковых. То есть из жмыха уже вот этого первого отжима выгоняют еще раз. Его прогоняют через прессы и получают снова масло. Вот на таком масле греки в основном жарят, варят и парят. Но плюс еще используют, конечно, и кукурузное, и растительное, и подсолнечное масло. Все это тоже есть здесь. Но есть две торговые марки, которые, на наш взгляд, обладают действительно очень хорошим вкусом, очень хорошего качества. Это одна из них называется торговая марка. Крупными буковками будет на этикетке написано Altis, A-L-T-I-S, Altis. Вторая называется Минерва. Минерва – это одно из имен богини Афины. Значит, на этикетке будет изображение женщины в шлеме. Не женщина с веслом, а женщина в шлеме. Вы знаете, качество оливкового масла, оно никоим образом не зависит от формы упаковки. Жестяная это будет, пластиковая или стеклянная. Качество от этого не зависит. Вы берите ту, которую вы считаете нужной, которую вам будет удобно при транспортировке. Можно ли купить оливковое масло в дьюти-фри? Можно. Оно продается. Будет ли большая разница в цене? Я могу сказать, что вообще разницы никакой не будет в цене. Ну, может быть, 20-30% будет чуть-чуть, ну, там, дешевле или дороже. Внутри эти две торговые марки тоже подразделяются на определенное масло. Например, масло, которое изготавливают по деревенской рецептуре. Масло, которое приготовлено из оливок, выросших на равнине. Масло, которое называется биологическое масло. Хотя вот в принципе, по большому счету, разницы между ними вообще никакой нету. Масло по классической рецептуре. То, как оно, собственно говоря, вот самый первый холодный отжим или extra virgin oil должен выглядеть. Вы знаете, на английском языке там просто не будет слова, это словосочетание extra virgin oil писаться. Будет писаться на греческом языке. Чтобы вам не заморачиваться по поводу, как прочитать все это на греческом языке, я вам просто скажу то, что вы должны найти на этикетке. Например, масло будет называться Altis или Minerva. И внизу будет приписано Classico. То есть это масло приготовлено по классической рецептуре. Это тот же самый первый холодный отжим. Также масло, которое, например, на этикетке будет нарисован какой-то такой сюжет деревенской жизни. Или там на склоне будут стоящие домики с деревцами. Или это будет какой-то покосившийся домик там с прессом или с бочкой. То есть это масло приготовлено по деревенской рецептуре. Обычно в такое масло добавляют острый перец. А оно не становится горьким, оно просто становится остреньким. Это, конечно, вы знаете, на любитель, но мне, например, эта острота нравится. И будет тогда на бутылке написано такое и на латинском, и на английском языке, и на греческом языке слово хорио. Хорио – это деревня.
Хурио. Это значит деревенское. Масло, которое, например, также, это я говорю и к Алтису, это относится и к Минерве. То есть и там будут какие-то вот такие сюжеты деревенской жизни. Масло, которое приготовлено из оливок, выросших на равнине. То есть будет поле и растущие оливки. Значит, это масло равнинное. Честно говоря, вот в принципе какой-то такой серьезной между ними разницы я по большому счету не вижу. Но, возможно, я просто не гурман в этом. Я как-то вот, допустим, вот у нас, да, в семье мы как-то покупаем масло, например, Алтис Классико или Минерва Классико. Если вдруг заканчивается деревенское, если вдруг вы завтра пойдете на Салоники, вам предложат деревенское оливковое масло, конечно, не думайте, покупайте. Оно будет лучше качества, чем то же самое магазин, какой бы хороший производитель ни был. Вы хорошо понимаете, что такое масло вы должны будете вообще, как все жидкости, положить в багаж, который будете сдавать в багажное отделение самолета. Я в таких случаях поступаю вот каким образом. Я покупаю самую дешевую сумку, там, за 5 евро. Кладу туда подобные вот все предметы, масло, может быть, если какое-то вино. Запаковываю этот летообмоточный, она есть в аэропорту, и все это сдаю. Даже если где-то что-то разобьется, вещи у меня останутся все целые. Михаил все записывает. Да, все будет подробно. Мы сейчас находимся вдоль и едем вдоль Олимпийской горной гряды. С моей стороны как раз видите гору Олимп. Сейчас уже все затянуто облаками, то есть те самые высокие вершины Греции у нас с вами скрыты. Так что едем потихонечку. Впереди, с правой стороны, термический залив Эгейского моря. И вот где-то, если бы не было какой-то такой дымки, мы на противоположной стороне бы с вами увидели первый мыс полуострова Калкидики, мыс Кассандра. Можно сказать, даже бы увидели отель «Империал» в Кионе, потому что он на побережье Метеорического залива расположен. Но нет, к сожалению, ни моста, ни крыльев, соответственно, у нас с вами нашего автобуса, поэтому будем огибать все побережье Термического залива, направляясь, собственно говоря, в сторону Халкидиков, но зато сегодня сможете отдохнуть и искупаться даже при желании в море. И поужинать у вас. Я уже всем сказала, что у вас есть ужины в отеле, как в одном, так и в другом отеле, и сегодня, и завтра, и, собственно говоря, сегодня-завтра. А ну, послезавтра вы уже будете переезжать, кто-то улетает, кто-то будет переезжать в отеле по программе, и канал называется «Канал ПТВР». С нашей правой и левой стороны он разграничивает, с одной стороны, материковую часть Халкидиков от ее полуострова Белого мыса до Скаса, с другой стороны, он соединяет два залива Эгейского моря. То, что с нашей правой стороны, это Термический залив Эгейского моря, а то, что с левой стороны, это Таранический залив Эгейского моря. Ну, конечно, является сейчас исключительно, как я уже сказала, таким живописным местом, потому что какие-то баржи по нему не курсируют. В основном передвигаются по нему такие прогулочные яхты, катерки, исключительно такой вот, ну, развлекательной целью. Так что с нашей левой стороны это залив Таранеус или Таранический залив, а вот в легкой дымке, ну, дымка, конечно, совсем не легкая, вот в дымке где-то вдали бледнеется второй мыс полуострова Халкидики, мыс Сетания. Конечно, Халкидики известны своей такой причудливой формой, потому что они напоминают, кто-то говорит «Тризубец Посейдона», кто-то говорит «Лапу крокодила», греки говорят «Три ноги», мы очень часто употребляем такой эпитет, как «Три пальца». Так оно или иначе, по острову Халкидики вот три основных мыса. Мыс Кассандр, Сетания и Афон. Вот три мыса. Афон, конечно, это в первую очередь православная монашеская республика, аналогов которой нет. Это 20 православных монастырей. Столица Афона – город Корея. Афон подчиняется Вселенской Патриархии, Вселенскому Патриарху, который находится в Константинополе. Ну и, конечно же, из 17 греческих монастырей, один болгарский монастырь Зограф, один сербский монастырь Хиландар и один наш с вами русский монастырь Святого Пантелеймона, который считается на Афоне самым большим и самым красивым, это объективно отмечают абсолютно все. Конечно, мыс Сетания и мыс Афон, они названы в честь двух греческих гигантов, которые жили когда-то на этой пылающей земле,
гиганта Афона и гиганта Сетона. А вот мыс Кассандр когда-то назывался мыс Полине. Говорят, что здесь жила какая-то такая красивая русалка, за сердце которой боролись как раз те самые два гиганта. Ее как раз и звали Полине. Но потом, когда македонский царь Кассандр, тот самый царь, который основывает в 315 году город Салоники, в котором мы с вами завтра все будем находиться, он, наверное, подумал, что как это так, в честь собственной супруги назван целый город, потому что город Фессалоники – это еще и имя дочери Филиппа II Македонского, сводной сестры Александра Великого, той самой Фессалоники, на которой женится Кассандр, таким образом укрепляет свою претензию на македонский престол. Ну, в честь супруги и называет этот город. Но потом, видимо, подумал, что как это так, в честь супруги назван целый город, а вот в честь себя любимого не назвал ничего. Он просто берет одним указом и переименовывает мыс Полине в мыс Кассандра. Так что мы с вами вот по сегодняшний день называем этот мыс именно мысом Кассандра, этого македонского царя. Ну, можно сказать, зятя Александра Великого. Ну, потихонечку проезжаем. Конечно, Кассандра считается самым оживленным, самым густонаселенным мысом из всех Халкидиков. Сетония с более таким живописным побережьем, которое считается по праву в Греции самым красивым. Это самое действительно чистое море. Это море здесь, Халкидиков, которое из года в год побуждается самым большим флагом, голубым флагом от экологии, от Евросоюза. Это именно побережье Халкидиков. Поэтому неспроста, наверное, Халкидики народе называют таким раем. Ну и, конечно же, здесь, в период такого летнего сезона, Халкидики принимают огромное количество людей, любят не только из других стран гости, но и, конечно, сами греки очень любят отдыхать именно здесь, на Халкидиках, потому что здесь чистейшее море. Здесь, конечно, песочные и галечные, и песчано-галечные пляжи. Пляжи разные. Тем не менее, действительно, очень красивая и интересная со всех точек зрения земля, потому что когда-то Халкидики были тем местом, в которых родился один из самых известных философов Древней Греции, учитель Александра Великого, великий Аристотель. Столицей Халкидиков является город Полигерос, он находится в материковой части полуострова, так что это такой достаточно крупный городок именно этого центра. Вообще на Халкидиках проживает около 80 тысяч жителей.